Приветствую любителей спецтехники, а также приветствую подписчиков. Сейчас выезжать буду. Утро, 9 утра. На улице мороз, двадцатник, минус 20. Полчаса грею погрузчик уже. Стоит на прогреве. Прогрев я уже показывал, установил Лунфэй 2-киловаттный. Вчера было 19, я грел полчаса, завелся с полпинка. Здесь печку закрываю, это на печку идет, чтобы гоняло по блоку только. Это я показываю, кто может не видел. Он фей тепленький. Я говорю, если он горячий, когда вот кто-то может устанавливать тоже. Если горячий, значит что-то не в порядке. Наверное, пробка воздушная или что-то такое. Ну, воздух. Шланги теплые. Не скажу, что горячие, теплые. Вот у меня врезанный. Установил закрепление капота. Выход с блока. Вон там видно. Ну, говорю, кто меня смотрит постоянно, они уже видели. Выход с блока взял. Всасывает из блока. Выход вот идет на печку. С печки выход, вот идет шланг, тут тройник и направление на теплообменник. Вот, вот. Сейчас еще минут 10, у меня просто времени уже нет. По факту опять позвонили. Холодно. Так, как всегда, прошу прощения. Зуммер. Газ. Заводим. Нормально. Вот так, 40 минут грел. Время троечка. Масло залито, Total. Всесезонное. Или Total. Сейчас немножко на малых помолотит. Добавим обороты. Печку, вентилятор, чтобы все оттаяло. Пускай минут 15 прогреет нормально погрузчик. А елочку поставил уже, чтоб глаз радовало. Давление поднимается маленько. Все, пошел я чай пить. Подмерз маленько. Надо уже потеплее деваться. Но я езжу в носках, снимаю свои нордики. Здесь у меня обогрев. Прогреется мне вообще нормально. Что печка быстрее начала греть. Можно. Все равно пока движок греется, чтобы побыстрее он прогрелся немножко. Солнце слепит. Вот подъемом работаем. И печка теплая уже. Около 10 минут грею. В кабине все равно еще прохладно. Вот поэтому я и хочу дополнительный подогрев в кабину поставить 12-вольтовый. На AliExpress куплю в пределах 1000. Там тоже есть всякие разные. С тремя выходами, с двумя есть.
на гофры. Не знаю, не пойму, с той стороны еще грязное стекло, надо его протереть. Короче, вот так вот. Раз пять можно поднять, да. Песок сыпается. Также коробочку греем. Вот у меня стоит сейчас на пониженной. Ну, рабочая скорость, вот. На рабочей. Что такое-то? Первую скорость. А, и тормоза задним смотрим. А то бывает, что они замерзают. А, видите, да? Все, появились. На ПГУ замерзают. Пневматика. Все, тормоза есть. Вот первую позицию. На первую скорость, на пониженной. На тормозах придерживаю. Ну, можно кош положить. Вот. Небольшие обороты. Грею коробочку. Можно просто куда-то упереться, чтобы уверенно быть, что погрузчик не поедет. Вот и прёмся. Вот он молотит сейчас тихонечко, на первой скорости, на пониженной. Могу переключить на транспортную, тоже так же. На ней крутим. Ну это я так редко делаю, уже когда действительно уже надо уезжать побыстрее. Все прогреваю. Быстрее погрузчик, чтобы прогрелся. Практически уже, ну, теплый. Довольно-таки нормальный, теплый. Не слабый. Сейчас 5 минут еще греем. И выезжаем. Ну, коробочка, она прогреется у меня на ходу. Я все равно пока буду выезжать тихонько с базы, пока тут. А вот гидравлик это можно поработать еще. Гидравлика работаем. Нужно холодному двигателю сразу большие обороты давать. Вы думаете, так быстрее прогреть погрузчик? Не нужно этого. Кто-то может сказать, что постоянно так делаю, но это до поры до времени. Вот я его завел холодный. Я минимальные обороты держу. Давление 2,5, около двоечки. Пускай 5 минут он на малых помолотил, и все, потом постепенно добавляем уже. Ну вот, где-то 3,5, около четверочки. Все, он минут 10 молотит. Печка работает.
Ну я что, вентилятор врубаю, чтобы все отпотело быстрее. Ну, в ноги уже горячий идет. Эта гофра, она длиннее. С нее не такой горячий, но теплый, сильно теплый. Стекло оттаяло. А в ноги у меня горячий. Нормально. Тихонечко едем. Все. У меня машина уже пришла с песком. Тоже позвонили, что машина пришла. А вот то, что она вышла, надо было звонить, когда машина вышла. Тогда я бы приехал пораньше туда. И здесь бы пораньше был. Потому что сейчас песок будет уже подмороженный маленько. А это не есть гуд. Конкуренты катаются. Тоже ждет машину. Техника знакомая. Митсубер. Я даже знаю. Хозяин этой техники. Вернее, хозяйка. Две штуки у ней было. Вот давно они работают. Старенькие уже. Тоже уже огонь и воду прошли эти погрузчики. Даже погрузчик, наверное, уже по полтиннику водителей поменял. Так, а у нас что тут творится? Сейчас покажу, увидите. Пришел самосвал. И вот так вот вывалил. Вот так вот, да, нормально. Все. Дело сделано, да? Как я буду брать теперь? Он завалил шланги, ладно бы так вывалил, он шланги завалил. Я, короче, не знаю. Я понимаю, что здесь места нету никакого, но не знаю. Лучше бы туда вальнул как-то, у него остатки не слетали, что ли. Я же говорю. Если объект паршивый, он паршивый во всем, полностью. Что к ангару ладом не подъехать, что песок ладом не взять. И плюс к этому дополнение еще и самосвалы, не знаю как, выкидывают этот песок. Лишь бы вывалить. Погрузчик, говорясь, разъебу. Трубку еще не берут, блин. Ну что, какие действия у меня? Беру, такой слой оставляю, а остальное туда сначала сдергиваю. А они потом лопатами пускай. Но я не вижу второй шланг. Первый шланг видно. Но я вижу, что туда два шланга заходит. Два шланга заходит. Один шланг прошел, вижу рукав, а второй не видно. Может, он там замок лежит под этим. Эй, блин. Вот уже 10 минут прошло, как я сюда приехал. И я ничего не сделал еще. 10 минут просто чуть улетели. Лёха, чё, я на Толстого? Пускай люди выходят, ангарщики. И, короче, тут самосвал, я не знаю, что он тут высыпал. Хер поймёшь, шланги завалил все. Пипец, короче. Я не знаю. Наверное, так. Ну так, тут видишь, из того ангара идёт, и с вашего ангара идёт. Как раз пересекает тут этот заезд. И вот он вывалил, и, видимо, у него залипло. И сегодня второй раз надо будет сюда еще ехать. Время. Без 10:11. Сейчас пока закидаю. Ну, 11, 12, 13, 14. Часам к 4 надо будет сюда ехать. Вечером. Так. Тихонько сталкиваем.
штук, ну, вот постоянная беда у них вот тут с этой херней. Да не только тут. Постоянно шланги надо туда-сюда. Вот замок был как раз под песком. Там еще вижу. Сначала, наверное, скучкую. Машины надо просто, когда приходят, машины надо принимать. И командовать надо машинами. А что, никто не командует? И водители самосвалов тоже им вывалить, им похрену куда. Что, никто не командует, они постоят да вывалят. Больно им надо запариваться. Работаем. Так и живем в России. Через задницу все. Я вовремя приехал. Приехал бы чуть попозже, меня тут сейчас манипулятор закрыл. Там он манипулятор сзади стоит. Подходил ко мне уже. Хоть это радует. А он бы все равно не проехал тут. Он бы тут все равно не проехал. В общем, в этом видео я хочу показать, как я работаю тут на втором объекте. Все предыдущие видео у меня только были все из кабины вид. Некогда тут, короче, было выбегать, камеру выставлять. То есть холодно, ангары открыты, песок замерзает, надо все быстрее. Но в этот раз я, короче, пока они тут шланги убирали в сторону, то до сюда, я камеры поставил. Ну и хочу показать, как здесь очень неудобно работать. Вот с правой стороны рукава шлангов лежат. По ним как бы ездить можно, но нежелательно. Самое основное, там сами замки на этих шлангах. Замки хрупкие, дюралевые. Если на замок наедешь, все, он хрустнет. И считайте, что ангар уже встанет. И мне попадет, и тут и материально, и накажут, короче. Я стараюсь, как бы, это, ребят, говорить ребятам, чтобы они эти шланги убирали. Ну, не то, что накажут, там,
Они сами же видят, что мне тут крутиться приходится. Но я, в общем-то, я претензии им тоже делаю свои, чтобы они убирали эти шланги. Но не всегда убирают, и приходится, короче, уже так на свой страх и риск. Как раз показываю я, как рукава расположены. Вот эти вот замки в этот раз еще более-менее положили, убрали. А в другие разы приезжают раскиданные, лаврировать приходится как попало. Также
песок перед тем, как завести в ангар, надо его размять от комков, от морозных глыб. По возможности вот разминаю. А то ребята кувалдами приходится им долбить.
принципе, все сделал за 10-15 минут работы. И тут вот такая же, здесь вот земля под этим песком. Тут уже трогать не стал, как бы, чтобы земля не попала. А с левой стороны уже мороженое. Да, машина была. Я знаю, вот. Сказали, да? Часа на 3-4. Во сколько вы? В 3, да? 3-4. Ну вы до 3 выработаете. А? В 3 выработаете, да? Я думал, к 4 уже можно было. Ладно. Самые пробки были. Пускай пятница раз не может, дык. Ой. Я хотел, чтобы он туда, вправо там, где подземные гаражи, кабиной немножко бы заехал, и мне хватило бы места. Блин, ну чё вот... Ай, сука. Ладно, пока, всё на сегодня. Не на сегодня, а... для вечера. Приехали на вечерний, манипулятор выгружается. Я говорю, постоянное дело. Как на стройку не приедешь, так что-нибудь, да. А, надо же. Надумал. Так. Куда он будет сдавать? Ладно, мы сюда уйдем. Потому что сюда он задом сдать не сможет. Он задом сюда сдаст. Туда, к дороге. Тут машины понаставили, дык. Тут манипулятор еще перекрыл мне движение. Сейчас выезжает он. Блин, очень редко бывает. Ну еще лопаты там оставили, что вообще уже опять шланги задолбали. Открыли, где они открыли, нахрен. Ладно, все здесь, ничего такого особенного нету. Все сделал в штатном режиме. Едем домой. Сейчас пробочки соберем все. Ну вот, рабочий день прошел мой. Два рейса сегодня я сделал на этот объект, на средний. Время 4:30 вечера, 16:30. Уже темнеет. Так, хотела записать расход. Расход, доход. Так, ну все, уже время у нас около 5. Сейчас. А, надо машину завести. Машину завести, чтобы в теплую садиться. Машинка тут стоит. Все. А, ну все на сегодня. Завтра днем у меня выезд туда же. Не знаю, насколько еще этот объект протянется. Очень не нравится мне этот объект. Ладно, всем пока. Спасибо за просмотр. Пишите, лайкуйте.